Для удаления объекта, расположенного в динамической памяти, используется оператор delete. Оператор delete вызывает деструктор этого объекта, а после освобождает память. Рассмотрим пример. Значит, здесь для создания объекта динамической памяти мы используем оператор new. Он выделяет память и создает объект. После этого мы вызываем оператор delete. Оператор delete сначала вызывает деструктор, а после освобождает память. Соответственно, время жизни объекта динамической памяти — это интервал между вызовом оператора new, который вызывает конструктор, и вызовом оператора delete, который освобождает память и вызывает деструктор. Аналогично работают операторы new с квадратными скобками и delete с квадратными скобками. То есть, если нам нужно создать массив некоторых объектов, мы вызываем оператор new с квадратными скобками и указываем количество объектов, которые нам надо создать. При этом все объекты создаются при помощи конструктора по умолчанию. Ну, то есть нету синтаксиса, который позволяет передать аргументы в конструктор каждого объекта в массиве. Соответственно, оператор delete с квадратными скобками занимается тем, что пробегается по этому массиву, вызывает деструктор каждого элемента и после этого освобождает память.